Всем привет, с вами Квазар, и это мини-туториал от Dialab Synth 1. Многие из вас наверняка слышали, будто бы виртуальный синтезатор Synth 1 не способен воспроизводить каких-то сверхнизких басов. То есть сравнивая с теми же продуктами Arturia, Linplug, Regenovation, либо еще какие-то Native Instruments, например. Некоторые отмечают, что Synth 1 не способен воспроизводить такие же глубокие басы. Давайте попробуем сегодня разрушить этот миф и сделаем какой-нибудь супер классный бас, скажем так. Значит, прежде всего я хочу предостеречь вас и попросить вас сделать ваши колонки или же эти головные телефоны немножечко тише, чтобы не повредить динамики. Я сам частенько встречал также на зарубежных форумах и сообществах в том же КВР, когда люди пишут, что Synth 1 VST и не способен там, либо же у него выделяется какой-то недостаток там, каких-то low-end басов. Сейчас мы с вами попробуем этот миф разрушить. Значит, у нас с вами будет вот такой вот эталонный Synth 1. Я назвал этот бас Basic Soul Bass. Звучит он следующим образом. Очень даже качественный звук, на мой взгляд. Значит, и здесь у нас будет с вами полностью сброшенный инициализированный настрой, где у нас звучит просто одна синусоида. Значит, оба наших синтезатора прицеплены на одном канале. Вот этот седьмой. Здесь у нас никаких нет эквалайзеров, все отключено. Хотите, могу даже сделать вот так. Может, вам будет спокойнее. На мастере у нас только анализаторы спектра. Осциллограф. Точнее, наоборот, вот это осциллограф, а это анализатор спектра. Надеюсь, поняли. Итак, давайте начнем. Значит, что нам понадобится? Ну, давайте будем действовать по традиционной схеме. Для начала опустим кейс-шифт на 12 октав вниз. Сделали. Далее. Берем в осцилляторе первым, устанавливаем пилообразную волну. Точно так же следуем в осцилляторе 2. Устанавливаем пилообразную волну. Проверяем, чтобы у нас голосовой режим был в монорежиме. Количество голосов полифонии здесь роли мало играет. Ну, можно уменьшить, можно оставить так же, роли никакой. В данном случае, так как мы не будем задействовать унисон. Так, идем дальше. Что мы получили в итоге? Слушаем. Ну, очень далеко, да, от вот этого. Конечно. Дальше мы следуем раздел саб-осциллятора, где мы выставляем минус 1 октава, также пилообразная волна. И восстанавливаем уровень примерно на 84-85 единиц. Все равно далеко. Идем дальше, не спешим. Значит, переходим в секцию осциллятора номер 2. Ставим режим трек. Устанавливаем pitch также на минус 12. Точную настройку я рекомендую поставить примерно на 9, 10, там, 12 единиц. Где-то так. Переходим в секцию микшера осцилляторов. Выстанавливаем положение 40-60. Вот так. Переходим в секцию усилителя. Выстанавливаем теперь огибающую усилителя.
Да, сейчас мы слышим, ну, что-то вот такое вот. Сравним с эталоном. Ну, конечно, далеко. Рано, ребята. Идем далее. Значит, настраиваем огибающую усилителя. Атаку оставляем на нуле. Так, дикей устанавливаем на 81 единицу. 80, 81, неважно. В принципе, можем и на 82 оставить. Так, сустейн ставим на 74 единицы. Релиз ставим примерно на 20. Переходим в секцию фильтра. Выставляем огибающую для фильтра. Так, сейчас у нас звук вот такой. Не очень-то и поменялся. Идем далее. Переходим в секцию фильтра. Выстанавливаем здесь огибающую. Оставляем атаку 0. Дикей выставляем 47 единиц примерно. Sustain на 12. Релиз примерно на 23, 20, где-то можно вот так. Ну, совсем что-то не то, правда ведь? Переходим в секцию фильтра. Ну, точнее, мы никуда не уходили. Оставляем режим low pass 12 октав. Устанавливаем фильтр cut-off на 36 единиц. Фильтр трек устанавливаем примерно на 72. Какой-то около вобловый бас получился. А теперь самое главное. Чтобы получить нам эталонный звук, возвращаемся в секцию фильтра и выстанавливаем amount на 54 единицы. Уже ближе, не правда ведь? Теперь тот самый момент. Как же получить хороший такой вот глубокий жирненький бас? Значит, прежде всего, в осцилляторе 2 мы устанавливаем кольцевую модуляцию. Далее. Фазу среди осцилляторов мы устанавливаем примерно где-то в положении 48. Ну, я там немножко больше выставил. Ну, вы знаете, роли не играет. 48, 49. Ну, можно и так оставить. Неважно. А дальше небольшое ноу-хау, скажем так. Которое я вычитал, когда читал замечательные материалы по сведению музыкального материала, мастерингу Дэвида Гибсона, если я не ошибаюсь. Там я вычитал один прекрасный такой способ, который помогает сделать звук более жирным. Не удивляйтесь, мы переходим в секцию Tempo Delay. Мы ее активируем. Оставляем режим ST. Рукоятку Time оставляем на 0,1. Spread поворачиваем в режим, чтобы получить соотношение 0,1 к 0,0 миллисекунд. Фидбэк мы устанавливаем в положение 87. Ну или около того, не важно. Но у меня срабатывало на 87. Рукоятку Tone мы повернем на значение 64.
Как же получить жирный бас? Мы забыли, друзья, всего лишь одну волшебную ручку. Поворачиваем рукоятку dry и wet, положение 44%. Слушаем результат. Ну что, как вам? Слушаем эталон. Слушаем наш результат еще раз. Чтобы еще раз вы удостоверились, что весь секрет состоял в настройках секции Tempo Delay, я просто сейчас отключу Tempo Delay, и вы посмотрите, что происходит с сигналом. Слушаем с включенным. Отключаем. Заметьте, я не трогаю ручку ни громкости, ни здесь, ни у синтезатора, ни у непосредственно вот здесь вот в FL Studio. Не помню, как он называется. Господи, забыл. Паттерновый, да, редактор. Вот такой вот хитрый способ. Это у нас звучал эталон. Теперь звучит наш. Включаем наши настройки Tempo Delay. Вот так вот, друзья мои, бесплатный синтезатор может звучать достаточно мощно, жирно и басовито. И даже сравнивая с коммерческими инструментами, я могу со всей уверенностью сказать, что вот этот синтезатор Synth One звучит даже рядышком с ним ничуть не хуже. Вот так вот с простой синусоиды мы с чистого листа создали красивый, жирный, плотный, так называемый Moog Bass, да? Весь секрет состоит в том, что мы, не прибегая к помощи эквалайзера, просто применили такой способ, как сгущение, fattening по-английски. Дело в том, что когда мы восстанавливаем уровень задержки в пределах от 1 до 30 миллисекунд, наш мозг просто не в состоянии разделить эти два сигнала, и в результате мы слышим более усиленное, так называемое ужирненное звучание. В результате чего мы получаем вот такой вот, естественно, что самое важное, естественно звучащий, объемный, плотный, насыщенный звук, который отличает качественные синтезаторы от простых любительских каких-то поделок. Я вам настоятельно рекомендую ознакомиться с видеоматериалами, а также с книгой Дэвина Гибсона по сведению и мастерингу. Там можно вычитать очень-очень много полезных вещей, которые подойдут не только звукоинженерам, звукорежиссерам, но также и для нас, музыкантов и продюсеров. Не забывайте, что зачастую мы сами и являемся не только композиторами, авторами своей музыки, но и саунд-дизайнерами, саунд-инженерами и мастер-инженерами. Мы сами в основном все это чаще всего и делаем. Поэтому я думаю, что эта информация не будет лишней. Я благодарю вас за внимание. Увидимся в следующем туториале.
Также не забывайте присылать в наше сообщество ваши хитрые способы, какие-то открытия, ухищрения, которые позволяют расширить возможности нашего любимого SynthOne Virtual Studio Technology Instrument. Все, всем пока, с вами был Quasar Trinity, и это специальный мини-туториал для участников сообщества Dial-Up SynthOne. Приглашаем всех в наше сообщество, поклонников, простых прохожих и просто любителей электронной музыки. Всем удачи, пока!